Приветище, это FNAF 9, и мы продолжаем прохождение этой чудно-страшной игрульки. В прошлой серии мы смогли пробраться в Roxy Racing, и чтобы погоняться с Roxy, чтобы ее там сбить нафиг, нам необходимо было достать бошку управляющего бота-дрона. Как? Черт, все-таки спалился. Короче, на картинке стоял бот, и у него снесло башку, и нужно было эту башку найти. Мы башку нашли, но нужно было ее починить. Мы пришли, починили, встретили здесь огромного диджея-паука, который хотел нас закидать. Черт. Автоматами нас этот диджей хотел закидать. Но мы вернулись, включили все системы, которые отрубились каким-то непонятным образом. Включили систему, отремонтировали бошку, и теперь у нас счастливая рожа, улыбка до ушей. И мы едем... Да, блин, почему? Не попадает бластер. Какой-то ссаный беспонтовый бластер с беспонтовыми батарейками. И теперь мы бежим обратно в Roxy Racing. О, он тут танцует. Вот этот пауканыч нас тогда преследовал. И еще вот этот чекули нас преследует. Он тут, смотри, дэнсит. Нормально так. Музло темп задает. Так, главное, чтобы Ланта нам еще тут тоже темп не задала. У меня последний выстрел, кстати, остался. Короче, все понятно. Он теперь тут дэнсит. А мы отсюда валим. Roxy, жди нас. Гонки, картинги. Вы нас ждите. Поехали нафиг. Опа. Боб получил достижение. Ничего себе. Я вернулся. Наконец-то я здесь. Спускаемся на второй этаж этого игрового... Ой, пропустил. Этого игрового атриума. И вон туда нам надо, вон туда. Сейчас будем гонять, сейчас будем мчаться по трассе Roxy Racing. О, да. Держи свою голову, головушечку. Ну что, все, можно садиться в этот картинг? Получить глаза Roxy. Да, сейчас поедем. Неплохо рулим. А, ну это ж не я рулю. Гляди-ка. Закипели микросхемы, она захотела на трассу выйти. Да чё ты свернул-то? Оу! Прям в шишку ей прилетело. Даже не в шишку, а в глазницу. Как на... Может мы ей сейчас глаза повредим? И потом еще и глаза ремонтировать придется. Что? Картинг в щепки. Roxy, ну, полуживая вроде. Блин, я-то думал, я погоняю все-таки немножечко. Так, прежде чем я к Roxy подойду, я, пожалуй, сохранюсь. Какие ветхие двери. Открываем двери. А, пока нельзя. Блин, пока... Такое ощущение, повернулся так, и такое ощущение, как будто в космосе. Ты посмотри просто. Я в космосе. Куча звезд, небо. И темнота. Так, Roxy, отдай мне свои глаза. Сейчас я их так просто выдерну своими ручками. Глаза, Roxy, ух ты. Какие у нее реснички. Не вижу зла. Достижение получил. Улучшить Фредди с помощью глаз Roxy. Напоминаю, что глаза Roxy могут видеть секретные всякие штучки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, она ж ничего не видит. Спасибо, что выломала дверь. А, теперь на слух. Она теперь на слух реагирует, видимо. А, поймал меня без глаз. Ёшки-матрёшки, какая она стрёмная это теперь стала. Я, видимо, слишком тороплюсь. Надо помедленнее все делать. Прикол есть в том, что глаз-то у нее теперь нету, и бластером я в нее пострелять теперь тоже не могу. Это прям печаль. Грусть, печаль, обиды. Все. Давай, разгоняйся. Во-во-во-во-во-во. Еще разок убила двери. Я посижу здесь спокойненько. Без кипиша. Ну, она ушла куда-нибудь там. Давай камеру посмотрим просто, да и все. Вот, она здесь бродит. Я сижу здесь. Так, тихонечко. Сюда заходим. Вот, сюда пробегаем. Давай. Давай шустрее. Ух, пролезли. Фух. Так, страшный какой контейнер с рожей медведя. Ну, я думаю, дальше мы можем спокойно передвигаться уже. А, черт. Опа-на.
Убежали сюда. Почему ты прячешься от меня? Потому что слепошарый теперь. Мне нужно теперь вот эти двери сломать еще, да? Она бежит сюда. Тут не пройти, она рыдает. Черт. Она сломала эти двери. Ох-ох-ох-ох-ох. Это было близко. Так, мне нужно теперь каким-то макаром. Где она бродит-то, непонятно. Она вроде меня как и слышит, но... Ага, она здесь. Так, девочка моя, мне нужно, чтобы ты сломала вот эту дверку. Ты сможешь это сделать? Пожалуйста. Пожалуйста, сломай эту дверку. Мне нужно как-то прыгнуть потом. Короче, мне нужно ее приманить сюда. Вот тут стоять, приманить. И прыгнуть вот сюда. Девчуля, я здесь. Вот, я здесь. Так, прыгаем, 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 шустрей. Она сломала двери, нет? Мне кажется, не сломала. Или сломала. О, пробила двери, отлично. А вон Фредди стоит. Фред, 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 иди сюда. Черт возьми. Что-то Фред вообще не кукареку. Фредди. Какой тут пожарище-то, а? Лабиринт из пожара. А я могу поджарить? Нет, я не буду, короче, поджарить свою жопу. Фред, и там вон Рокси стоит. Блин, и что делать? И что делать, и как быть? Так, тихонечко подходим к Фредди. О, я могу в него... Нет, я залезть-то в него не залезу. Куда и как? Он, короче, держит Рокси. Но что делать дальше, я вот понятия не имею. Неудачно они там стали. Мне нужно в винт-шахту залезть. Черт подери. Может, бачком как-то я смогу все-таки туда пролезть? Меня сейчас поймают нафиг. Меня сейчас... О, получилось. Получилось. Фух, пролезли. Пролезли. Отлично. Ох. Чудесно. Обдурили эту лису волка, или как ее там звать. Улучшить Фредди с помощью глаз Рокси, окей. Многие пишут, что это лиса. Но она же серая и похожа на волка. Короче, я без понятия, кто такая Рокси. Я буду придерживаться, что все-таки она волчица. Волчица-лисица. В апгрейд-комнату в этот раз я поеду через центральный лифт. Прям через парадный вход туда заедем сейчас. Кнопка же тут работает, правильно? В прошлый раз именно отсюда я туда попал и узнал об этой комнате. Да, вроде все работает, отлично. Главное, чтобы здесь луны не появилось, как в прошлые разы. Если она появится, это будет печально. Я в этот раз без Фредди спускаюсь. Защитить мне будет некому. Че, приехали? Мы уже приехали, мы уже приехали. Б2, отлично, мы уже тут. Мы уже тут. Открывай. Вроде бы пока все хорошо. Луны никакой нету. Фредди, я притащил тебе новые глазенки. Ты будешь теперь видеть всех и вся. Улучшение Рокси. Фредди, ты уже там? Подготовка к процедуре улучшения. Я уже здесь, я уже зашел внутрь этого смертельного цилиндра. Начинаем подготовку. Давайте демонтируем морду Фредди. Нажмите на нос Фредди, чтобы снять кожух черепной коробки. Ой, сейчас опять это обучение, тыры-пыры, мыры-фыры. Осторожно отключите глазные кабели. Повтори мелодию, называется. Отключил. Ух ты ж, нифига себе. Что-то я забыл, какую следующую кнопку. Тын-тын. Там. Ну да, наверное, синяя, потом желтая была. Фух! Как мину как будто обезвреживал. Мы знаем, что будет, если я неправильно что-то тыкну. Он меня сожрет. Нафиг. Так, что, глаза вытаскиваем? Одно, второе глазное яблоко. Отлично, вставьте новые глаза в пустые глазницы. Окей. Да хватит уже вот эти вот подсказки высовывать. Вставляем, значит, глаза. Одно сюда. Сразу два воткнули, ну хорошо. Прекрасная работа, подключите глазные кабели на место. Давай, поехали. Красный, желтый, зеленый. Пока все просто. Зеленый, красный, желтый, синий, синий. Изи. Теперь мне нужно обратно поставить его морду. Запуск фазы испытаний. Ну давай проверим. Он сейчас глазами будет, наверное, хлопать. Ага, точно, глаза дергаются. Это вот сейчас самое простое на самом деле начинается. Самое сложное позади уже. Операция пройдена. Еще и фонарик сел. У меня что, фонарик включен, что ли?
Эу. Закрыть инструкцию. Да. У меня все зависло, прикинь. Куда бы я ни нажал, вообще все пофиг. Сраная инструкция, ты все сломала мне. А-а-а! Че, теперь перезапускаться, что ли? Етишкин, Матришкин, Кошкин, Васин Петрович. Так, мне как-то инвентарь. Ну все, наверное. Наконец-то! Если с голосовым модулем я сказал, что Чика упала, и я вытащил его, то интересно, что будет с глазами. Так, все, пойдем. Прям любопытно, как же я отмажусь. Запускаем инициацию, завершить улучшение. Как тебе новые глаза? Регулировка дается мне сложновато. Ты выглядишь по-другому. Я могу видеть движущиеся объекты сквозь стены. Правда? Я не знал, что Рокси может видеть сквозь стены. Это глаза Рокси? Ну да. На гоночном треке произошла авария. С ней все в порядке? Ее ничто не может остановить. Да. Грегори, отличные новости. Уже почти 6:00. Ты будешь в безопасности, если сможешь найти выход. Но поторопись. Воспитатель детского сада совершает последний обход. Воспитатель? А, все, я понял. Так, залазим и бежим. Бежим. Бежим скорее отсюда. О, нифига себе, какие глаза. Эти глаза просто чудо. Я и не знал, что существуют такие великолепные цвета и объекты. Теперь от меня ничто не спрячется. Бежим скорее отсюда, пока нас не поймали нафиг с твоими чудными цветными глазами. О, используйте выход, чтобы сбежать из пиццаплекса. Но будьте осторожны, зарядные станции отключены, поэтому они не могут вас защитить. Ах ты ж, ё-моё. Все, мы поехали, отлично. Так, поскольку зарядники не работают, я, пожалуй, во Фредди пока не буду залазить. Блин, это, конечно, беспонтово, как мне Фредди-то зарядить? 5 утра, 52 минуты. А, ну то есть мы сейчас можем зарядиться. Фредди, дай-ка я в тебя залезу. 6-ти-то еще нет. А вот когда будет 6, вот тогда будет проблема. Ого, гляди, я реально вижу подарки все, которые пооткрывал. И другие вещи. Ха, круто. Обалденно. Так, зарядник тут вот он стоит. Он все равно отключен. Блин. Это прям очень плохо. Это очень плохо. А где бы мне сохраниться? Непривычно, единственное, что все фиолетовое. Так, фиолетовое из-за того, что луна вышла нас искать. Точно. Центральный выход, я иду к тебе. Надеюсь, что мы отсюда свалим нафиг. В комментариях, конечно, писали, что центральный выход это не самый лучший выход. Но я сейчас сохранюсь, и мы попробуем несколько концовок. Кстати, странно то, что у Фредди батарейки не садятся. Я уже довольно долго тут блуждаю, а батарейкам хоть бы хны. Вот она, луна, блин. Блин, открывайся, лифт, быстрее. Эй, малыш, знаешь, который час? Двери открыты. Почему ты все еще здесь? Планируешь тут поселиться или ищешь работу? Может, поучаствуешь в программе стажировки? Из тебя получится отличный охранник. Грегори, думаю, тебе полагается награда. Иди проверь. Какого? Как он меня в лифте-то достал? Засранец лунный. Грегори, думаю, тебе полагается награда. Иди проверь главную сцену. О, блин, может, не надо идти туда, я уже вниз спускаюсь. Главную сцену мы проверим в следующий раз. Так, значит, я все-таки добрался до лифта и сел во Фредди, чтобы меня эта луна не достала. Поэтому сейчас идем к главному выходу, выходим, а там дальше разберемся, что да как. Ты уже должен спать. Сраная луна. Я не хочу спать. Уже утро. Спокойной ночи. Пошел в пень, уже 6 утра, какой спокойной ночи. Так. О, ворота открылись, ролеты открылись, все. Нужно найти всех плохих детишек. Как ты меня бесишь. Итак, мы выходим. Наконец-то мы выходим. Беги отсюда, пацаненок, беги скорее. Фредди, открыто идем. Нет, я не могу выйти из этого здания. Конечно же можешь, пойдем. Мы где-нибудь тебя спрячем. Без зарядной станции моей системы отключится в течение часа. Это мера предосторожности. Такова моя конструкция. Я должен остаться здесь. Не смей возвращаться. Здесь никогда не будет безопасно. Я буду скучать по тебе. Фредди, если я уйду сейчас, ничего не изменится, ведь так?
Эти исчезновения не прекратятся. Да, боюсь, что ты прав. Грегори, ты должен принять решение. Дверь открыта, и ты можешь уйти, или можешь остаться и продолжить расследование загадок Пиццаплекса. Что-то мне подсказывает, что Ванни не единственная проблема этого места. Внимание, станции сохранения перестанут работать, если вы останетесь. Если Грегори поймают, игра будет окончена. Ух ты, нифига себе. Остаться, Ванни уйти. Ладно, давай посмотрим несколько вариантов концовки. Мы уходим сперва, а дальше разберемся. Комиксы какие-то пошли. Луна. Грегори сбегает. Он бежит со всех ног. Что за газы? А, ну ему бежать-то некуда, он спит в коробке. Он бомжует. Бедняга. Пропавшие дети. Теперь все становится на свои места. В Пиццаплексе пропадают дети. И вот и Ванни подошла. Нашла меня. И она утащит меня обратно, по всей видимости. Итак, это первый финал. Он вроде бы как бы и хороший, но с другой стороны не очень. Заинтриговал, вроде бы как нет. Если ты хочешь увидеть другие концовки, то, соответственно, ты знаешь, что делать. Нужно поставить лайк под этим видео. Обязательно подписаться, если ты еще не подписан. И поделиться роликом с другом. А на сегодня это все. Увидимся и услышимся в следующих роликах. До встречи!